Всем, ребята, привет. Ой, извините. Так вот. Всем привет. Это девочки. Катя. Осторожно, двери закрываются. Всем привет. Едем в электричке. В электричке надо ехать только так. Немножечко сейчас съемочку. В общем, едем мы на снежное шоу, как у Александра Полунина. То есть, в общем, это лицедеи, клоуны известные. В общем, едем мы на это снежное шоу. Москву. Сейчас мы едем на электричке до самого Казанского вокзала. Потом, что самое интересное, мы поедем на трамвае. Девочки. А? Ходит, чем? Продолжаем нашу. А мне тут это пчелка. Просто суперский. Да, вот, да, пчелка, да, это я, да. Это пчелка, разве? Нет, это жучок. Жучок. А это слоненок. Жучок, классный жучок. Суперский жучок. Едем мы в Москву. Ребята, посмотрите на эту красоту. Три девицы под окном пряли поздно вечерком. А я фотографирую. Даша всегда ругается, что я на видео снимаю. Но это ведь хороший кадр. Прям вот об этом как бы не сказать. Как вот об этом мне сказать? Прям, а? Прям три девочки сидят такие. Такие три девочки. Ой, уже две девочки. Припевочки. Вот еще одна девочка, припевочка. Так, вот мы приехали на Казанский вокзал, идем по пешеходному переходу подземному. И вот нам надо вот сюда. Ни разу еще здесь, еще ни разу так не ходили. Вот надо сюда. И мы попадаем на остановку трамвая. А трамвай крутяцкий. По-моему, Витязь называется. А он уже подъезжает, наверное. Это Казанский вокзал. Гостиница Ленинградская. Ленинградский. Да? На трамвай? Да. Серьезно? На какой номер? Я что, помню, что ли? На любой, что ли? Я не помню, пап. Я редко. Ленинградский вокзал, Ярославский. Вон, там сейчас трамвайчик приезжает. Чего? Маруся, точно. Так, сейчас мы снимем там наш трамвай. А, нет? А, нету трамвая. Это не трамвай, там автобусы, троллейбусы. А нам на какой надо? На 7-й или на 50-й. В общем, площадь 3. Так, вот он едет, трамвайчик. Смотрите, какой современный трамвай. Витязь, по-моему. Ой, это, ой, нам такой не нужен, 37-й. А нам надо 7-й. А вон следом едет 7-й наш. Круто. Вот такие вот трамвайчики. А, он все равно, а, он будет этого ждать, сейчас этот уедет. Так что? Едем на трамвае, Витязь. Мама решила постоять. Чего? Ты уверен, что мы правильно едем? Да. Уверен. Даша заблудилась. Думает, что мы неправильно едем. Но тут табло. Информационные экранчики. Где можно посмотреть, какие остановки, куда мы едем. Ну, он время от времени тут за это сжигается. Вообще остановки вроде сообщать должно. Едем в трамвае. Все, вышли мы из трамвая. Вон наш трамвайчик. Ну, смотрите, ребят, там какая мечеть навороченная. Вот нам и сюда, вот. Вот в это здание. Вот в это. Идем. Вон там, кстати, театр зверей имени Дурова. Вон там, на той стороне, вот там слоник. Вон она, статуэточка.
А где вход, я не знаю, ребят. А вон кассы, а вон в кассы вход. Ребята, всем привет. Мы находимся в театре. Театр называется «Русская песня». Ну, судя по всему, тут Надежда Папкина, потому что тут ее как бы ансамбль «Русская песня». Это вон там Москва. О, смотрите, и только поднялись на второй этаж. Вон там гардеробчик, разделись. Эскалаторы не работают. Вон, кстати, написано «Московский государственный ансамбль «Русская песня» Надежда Бабкина. А вон там девочки у нас лопают бутербродики. Пойду и я тоже слопаю бутербродик. Катя лопает бананчик. А это я. Почему маски надо всем ходить? Ну, многие ходят без масок. А вот они, ну, девочки. Девочки лопают бутербродики. Катя лопает бананчик. Я тоже хочу бутербродик. Мам, а вы можете сдвинуться, чтобы я спрятался вот под этим столь красивым деревом? Не знаю, как называется. Фикус какой-то. Фикус-микус. Бутербродик мне красивый. Сидим, кушаем. Я пойду за стол. Я уже скушал бутербродик. Чувствую, мы захотим есть к концу. Придется куда-то в магазин заходить. Мам, а сколько стоит какая красота. На одного пирожки с мясом? Красота. А? Ты что? На флаги? Фляги. Ой, флаги. В общем, стоят там какие-то флаги разных стран. Наверное, не знаю, что за флаги. Нет, это не разных стран. Это какие-то гербы, слушай, это, по-моему, этих городов. Флаги городов. Вот, смотрите, шарики, крыша стеклянная. Где-то не очень прозрачная. Вон там, видно, чуть прозрачная. Текут по крыше даже ручейки. Много очень деревцов всяких растить. А это мы... Приехали на Лицедеев, театр, ой, как его, шоу Полунина, снежное шоу. Ну, вообще не снежное, а нежное. Снежное. Вот читает уже. Серьезно, что ли? Да. Нежное? Да. Ребята, а я все втираю, снежное. Ну, это мамка-то у нас прочитала. В общем, ребята, мама меня дезинформировала. На самом деле, вот, читайте, написано «Снежное шоу». Слава шоу Нью. Шоу Вячеслава Полунина. Снежное шоу. Снежное Е. МГАТ. Русская песня. Олимпийский проспект 14. Так что мамулька обмануть нас решила. Не получится. Мы с Катей забрались на самый верх. Сейчас вон мы маме. Вон там мама сидит с Дашей. Иди сюда. Сейчас мы им помашем. Мама! Мама! Мама, да вылезти из-под кактуса. Вот это высота. Ой, шарики. Балочки дырявые. Ух ты. Связи, то есть эти распорочки держат балочки. Да.
ребята, мы пришли в театр. Иди! Мы пошли. О, все играют. В общем, пришли мы уже в театр, сели. А тут везде, везде он такой, как снег. Ну, недаром же снежное шоу. О, насколько снега. На меня тоже тут насыпали снег. Круто.
Стойте, стойте. Итак, вот Московский театр. Русская. Какой театр-то? В общем. Тогда нельзя это включать. Вот мы идем. Давай прячь. У нас мы идем под впечатление. В общем, ребята, было очень круто. Поначалу не очень, потом круче, еще круче, еще круче. В общем, нам всем понравилось. Даша до сих пор у нас идет под впечатление. Даша, ты на маску, что ли? Вот это вообще, нет, это вообще круто. Катя, ну-ка у тебя покажи, Катя, палочку-то. Убрали, что ли? Между прочим, нам на этом трамвае можно было бы уехать. Нам показывали в школе из самого какого-то футбола погоди, но мне просто не нравится этот номер в целом. И тот тоже старый тоже нравится. Нет, вообще нет. В общем, все уже уехали из цирка, они все обсуждают. А мне вот нравилось, все в несколько мне раз. Мне очень понравились все остальные номера, но вот этот уже. Подожди. А вот это когда обнимался-то котёра. Вот двое, как его, Катя, да. Это он сам. Да, да. Но там так сын, как будто как. Ну, здорово. Это тоже старый номер. Просто папа не может из детства из своего оторваться. Может, я деменция. Ну, а мы уж с тобой сегодня же обсуждали, что деменция, но ты ее скрываешь. Ну, как бы, результативного. Ты ее результативно... у нашей рыбка проголодалась сюда. Бутерброд целый хомячил и банан, да? Доедает. Ну, умничка. Да. Люблю, как он мальчик кушает. Все, доела? Да. У нас упадет мусорочка. Он хозяин. Да, пап? У него мусорочка. Он хозяин. Хозяин. Тебе тоже надо? О, еще одна. Нос пошел. Переход к электропоездам Московского центрального кольца. Какая остановка? Осторожно, двери закрываются. Андреевка, по-моему. А у нас раньше нас по пути не было. Поэтому, слышишь, говорит другим голосом, перезаписываем. Нос переименовали. Катюха, как тебе нос? Красивый, мягкий. Пи-пи-пи. Пау. Игра «Попади в нос». Это игра на меткость. «Попади в нос». Пим. Да что, ты главное, падает. Когда берешь нос, аккуратно ногтями своими в глаза и не царапни. Пим. Пау. Пим. Ты-дин. Ну ладно, все под впечатлением, едем домой.